Каспийске на базе школы номер 6 имени Омарова состоялся урок разговора о важном, посвященный 80-летию освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Почетным гостем мероприятия стал министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев, а также начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова, начальник отдела общего образования Минобразования Республики Дагестан Гулизар Идрисова и многие другие. Перед началом мероприятия на торжественной линейке обучающиеся под гимн Российской Федерации водрузили Знамя Победы и флаг Российской Федерации. Слишком дорогой ценой досталась победа нашей стране и нашему народу. Поэтому так дорога она для нас. На алтарь победы в Великой Отечественной войне положены жизни 27 миллионов ни в чем не повинных людей. 60 тысяч сожженных дотла и деревень, часто вместе с жителями. 1700 разрушенных вторых городов. В ходе мероприятия воспитанники также ознакомились с видео о героях и работниках тыла Великой Отечественной войны, а также рассказали о своих прадедах и заполнили стену памяти фотографиями ветеранов. Родилась в Курской области, жили в деревне, бедно. Я училась в школе до 7 класса. Потом работала там в колхозе немножко и приехала в Севастополь. В завершение дети поименно вспомнили выпускников школы участников СВО, которые погибли, выполняя свой воинский долг, и почтили их память минутой молчания.